У каждого из нас есть свои странности. Это могут быть забавные мелочи или навязчивые привычки. Однако порой самые невинные особенности поведения объясняются психиатрическими отклонениями. К примеру, человек, который постоянно ревнует своего возлюбленного, даже если к этому нет поводов, скорее всего находится под влиянием синдрома Отелло. Синдром Дженовези – это поведение толпы при ЧП. Как правило, чем больше очевидцев, тем меньше вероятность, что кто-нибудь начнет помогать потерпевшим. Для того, чтобы дождаться помощи, нужно обратиться к кому-то лично. Любовь к прекрасному тоже может дойти до сумасшествия. Головокружение, потери сознания, тахикардия и даже галлюцинации. Все это происходит у человека, окруженного произведениями искусства при синдроме Стендаля. Синдромом спящей красавицы психиатры называют любовь ко сну, когда, чтобы отдохнуть полноценно, требуется более 18 часов. Чрезмерное увлечение изысканной и, как правило, дорогостоящей едой именуется болезнью гурмана. Она не опасна для жизни и здоровья, но вот для кошелька это увлечение достаточно плачевно. Самым распространенным по праву считается синдром понедельника. Именно на этот день мы откладываем начало важных дел – диеты, занятия спортом и все то, что делать не очень хочется. Достаточно часто встречается и синдром студента, когда при изучении информации о заболеваниях человек обнаруживает у себя многие или даже все их симптомы. Кстати, сколько синдромов насчитали у себя вы? Если ни одного, значит, к числу мнительных людей вы не относитесь.